Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Хогвартс Наследие. Так. 17-е. Давайте, выручает комната. Именно там я сохранился. Горшки поставил новые, которые хотел для зельеварения. Дорогущие, блин. И пока что у меня еще ни одного зелья, конечно же, не сварилось. Что у меня здесь? 2 минуты. Так вот эту давайте-ка мне надо вырастить. Опа. Что-то я не понял. Или как-то не так это действует. 10 минут, ну-ка, вот сейчас посмотрим. Который может добавлять в почву для увеличения урожайности. А, это для увеличения урожайности. Блин, его знает, ну ладно. Посмотрим. 2 минуты. Вот они. Блин, вот здесь вот, вот увеличение, блин, скорости. Ладно, суть не в этом. Это навозные кучи мешают, смотрите. Так, идем к основной миссии. У нас 3 значка основных миссий. Так, задание. Изучить изучение тварей. Ну давайте вот изучим. Так, это что у меня инвентарь? Ну ладно. Так, куда мне надо идти? А, так и вроде недалеко. Так, здесь и находится. Это, блин, об стол. Нет, не ты. Так, 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 так. Ладушки. Ревилью подсветит врагов поблизости. За вас, мои дорогие подписчики. Кстати, прокачивать надо. Да. Много чего прокачивать. Ну, как далеко мне идти? Да вроде недалеко. И ниже, и ниже, и ниже. Вот. Ревелио. Так. Прогрузки нет. Что-то где звякнуло. А, там под замком. Ладно. Тихо. Блин, я теперь боюсь в этих текстурах застрять. Вот, например, как вот в этих вот. Прогружайся, давай. Да. Ну, видяха такая, что теперь сделаю? Сейчас карту загрузим, может там прогрузится в это время. Ну, а я где? Так я мог телепортироваться тогда сразу, чтобы сиськи не мять. Так.
Так. Сундуки, кстати, с глазом научился открывать. Оказывается, к ним надо без палева незаметно подходить. Но они все равно заметят, если будете копошиться, да, заметят. А так стал невидимкой и быстрее к сундуку шук-шук открыл. Так что парился, он же глаз все-таки. Ждать. Ждем. Так. Идите на занятия по изучению тварей. Давай. Где ты? Где ты? Я пожарил котлеты. Так. Время еще полчетвертого. Полчетвертого. Работа закончена. Прекрасно. Добро пожаловать. Вижу, уже познакомились с некоторыми существами, которых мы с вами будем изучать на занятиях. Но помните, что относиться к ним легкомысленно нельзя. Каждое из этих существ по-своему опасно, особенно для тех, кто не умеет с ними обращаться. Это естественно. По-видимому, многие из вас забыли, как ухаживать за волшебными существами. В таком случае начнем с повторения основ. Сегодня у вас в классе пополнение. Мисс Добринг, пожалуйста, на этом уроке помогите новому ученику. Хорошо, профессор Ховен. Я Поппи. Поппинг Добринг. Не волнуйся, профессор Ховен никогда... Иногда преувеличивают. Все существа на уроках совершенно не опасны. Мисс Добинг, не отвлекайся, пожалуйста. У карликовых пушинок очень что-то там нежный. О, хорошо, профессор, клюв или что у них там? Хорошо, вот, можешь попрактиковаться в Джеральдисе. Только берегись его языка. Ну давай, хрен его знает. Возьми мою щетку, только будь аккуратнее. А я и подумай, что ли хорош, по-моему, тогда ему будет приятнее. Так, а как это сделать? Нажмите Т, затем наведите курсор на щетку для поглаживания тварей. Так. А, во! Так. На. That's lovely. Славно, уверена, ему понравилось. Так, хорошо, мне кажется, он проголодался. Дай ему немного корма. Блин, опять что ли? Так. На, кушай. Питомцы — это вообще хорошо. Интересно, какие эти даджи на вкус для Джельбарта? Может, как пудинг? Думаю, вы теперь подружились. Это хорошо, потому что он очень милый. Точно, он очень миленький. И уверенный в себе. И чистоплотный. Ой, ну расхвалила-то его. А может, я драконов люблю? Все молодцы, а теперь давайте пройдемся к вольерам и выберем другое существо. And please, и прошу быть осторожными, когда кормите и вычесываете их. Мисс Добрин, покажите нашему новичку жмыров в дальнем вольере, хорошо? Жмыры? Давай, иди сюда, жмыров держат вон тут. Что-то типа собак, что ли? Собаки какие-то. Ладно, посмотрим. За парочку усов жмыра можно выручить пару-тройку кнатов, а можно и больше, хватит на покупку в сладком чего-то там. Кряхтит от усилий. Вот дурацкая тварь. Расцарапай его нахрен. Это кот. Во имя Мерлина, что ты творишь? Я так, это чуточка попишь. Кто раз переживала за никчемного грызунишку? Его зовут Персифона. Ее зовут Персифон. Дай порыну ему вот так сбоку. Ее зовут Персифона. Ничего смешного. Идем. Вот этот кошак мне по душе. Котяра. Мордой напоминает чем-то на чеширского кота.
Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persефоне was onto them instantly. Да. А, тварь пока не готова к взаимодействию. Ну ладно. Thank you for your help. Let's carry. Держи, кушай. Feed and brush the measles, just as you did with Gerald. Хороший котик. Мой котик, котик, котик. Шмыром, ты нравишься. Хорошего человека они сразу чувствуют, как и я. Нет, они мне действительно нравятся, они хорошие. Итак, урок подошел к концу. Пожалуйста, закройте вольеры и можете идти. О, блин, мне только понравилось. There you are. Вот так. I would like a moment, please. Тебя вычесывают, а ты кушай. Потом поменяйтесь. Ты кушай. Тебя вычесывай. А ты еще не проживал. Вот так вот. Наслаждайтесь. Мне не жалко. Давай, расскажи мне еще что-нибудь про тварей. Тебя тоже вычесать? Hello, professor. Здравствуйте, профессор. Вы хотели со мной поговорить? I did. Да, как вам первый урок по изучению магических существ? Мне понравилось. Это действительно так. Было очень интересно. Думаю, это будет один из моих любимых предметов. Хорошо, похоже, вы понимаете, что при надлежащем отношении существа могут принести немалую пользу. Согласен. Некоторые существа поставляют нам волшебные материалы, разумеется, при условии правильного ухода. Выдергивание усов таковым, разумеется, не является. Кстати, вы поступили похвально, но в следующий раз обратитесь ко мне. Да я сам справлюсь с этой выскочкой. Хорошо, профессор. Они ничем не лучше дикарей из банды браконьеров. Руквуда, увы, страдают от них в основном мы. Нам честно попадаться мертвые существа, это просто ужасно, бессмысленные смерти. Но кто-то должен был привлечь браконьеров к ответственности. Министерство. Хм, вы настолько оптимистичны. Но давайте займемся более насущными вопросами, которыми можем справиться сами. Профессор Уизли попросил меня подготовить для вас несколько задач, чтобы помочь вам догнать сверстников. Ждите от меня сову. Я пока советую вам изучить как можно больше различных существ. Я бы тоже, да, посоветую, как бы... Сам бы не прочь. На, держи. Потом сто пушистики. Да, давай. Так. А, ты меня уже любишь, ладно. Это хорошо. Подожди, вот здесь кто-то есть. На. Кошары, кошары. Так. Что за тварь пока не готова? Ты готова к чему-то? Вот так. Ну-ка, давай. Поговорим с тобой. О делах наших насущных. Ну давай быстрее. Do you need something, Poppy? Поппи, ты чё так? Поблагодари тебя еще раз за то, что зацепился за меня перед теми негодяями. И прям как Авгурей. Я очень надеюсь, что это хорошо. Это наше с бабушкой выражение означает, что кто-то или что-то приятное удивили. Ну, во всяком случае, мы так и решили. Не мог же я просто стоять и смотреть. У нас с тобой похожие взгляды. Вообще-то, именно поэтому я решила тебе кое с кем познакомить в лесу. Давай, звучит интересно. Там вроде у меня только враги пока были. Теперь мне любопытно. На этот раз я
Давай. Только подожди еще немножко. Пойдем. Come with me. Давай со мной. Иду за тобой. Я не зову, кого попал. Вообще-то ты первый. Really? Правда? Well, тогда спасибо за доверие. А теперь мне интересно, что там за существо-то может быть. Я говорил, мы с тобой похожи, это неожиданно. Сегодня отличная погода, да? Да, я с тобой полностью согласен. Знаешь, лучше я тебе просто покажу. Покажи. Давай, солнышко, беги. Показывай. Ой, я вроде с этого края. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Ага. Не дай бог, это какой-то тентакул там из-под воды сейчас вылезет, охренеть какой. Гиппогриф. Я так, кстати, предполагал. Потому что только его пока еще не видел. Познакомься с Крыланой. Она красавица, верно? Да, действительно. Мясоед. Давай, нужно потрогать, не забудь. Перед тем, как приблизиться к гиппогрифу, нужно проявить уважение. Поклонись. Это мы помним. Да, жаль, что в реальности таких существ нету. Конечно, было бы интересно и забавно наблюдать за сказочными... Осторожно, упадешь! Куда ты? Так, подождите. Вот так. Вот. Это мне нравится. У меня есть вкусняшки. Да, блин, ты это ешь, ты же мясоед. Мы с тобой мясоеды. Так и знала, никогда раньше не видел, чтобы гиппогрифы так быстро подпустили себе кого-то. Теперь можешь покормить ее и почистить. Давай, почистить перышки сначала. Да, приношу что-нибудь вкусненькое. Ну, мы с тобой на шашлыки будем ездить с тобой. Я, да ты. Реально круто иметь гиппогрифа. Да. Наслаждайся, солнышко, давай. Да. Страшно, конечно, но... Все животные по-своему милые и страшные одновременно. So, ну что, как тебе Крылана? Она великолепна. Действительно, я очень люблю животных. Я бы так сказал, что я отношусь к зеленым. Я думаю, она великолепна. Так и знала, что вы подружитесь. Так значит, это к тебе прилетает гиппогриф, которого видели ученики. Все может быть. А ты знаешь, что стоит однажды заслужить доверие гиппогрифа, он до конца своих дней сохранит верность. Я убедилась в этом на собственном опыте. И как именно вы с Крыланой познакомились? Это длинная история. Несколько лет назад я спасла ее из лап браконьеров, помогла добраться до безопасного места, и все было в порядке, но с недавних пор все изменилось. Ты, наверное, понимаешь, что эта местность кишит браконьерами, и я боюсь, что они снова ее поймают, а меня не будет рядом, чтобы ее спасти. Он за браконьерами я поохочусь, это мне нравится. Профессор Ковин тоже говорил о браконьерах и намекала, что в этом деле на помощь министерства рассчитывать не стоит. Мы с профессором Ковин редко приходим к согласию, но боюсь, в этом она права. Влияние браконьеров растет каждый день. Я встречаю их в деревне, склоняюсь туда-сюда, болтаю с людьми. Они что-то замышляют, знать бы, что именно. Вот реально, я бы скармливал бы браконьеров зверям. Это вот на самом деле. Они действительно ведут себя странно и, похоже, что-то замышляют. Вот именно. Надо бы в этом разобраться, узнать, что происходит и чем они занимаются. Давай, мне это очень надо. Это моя любимая тема. Думаю, идея хороша. Знание — сила. Да, и чем больше я узнаю, тем легче будет защищать Крылану. Похоже, тебе не остановить. Расскажи потом, что удалось узнать. А, ну ладно. Мне уже пора. Надеюсь, позже поговорим. Так.
Вот реально, мне бы сейчас... Так. Так. Телепортируемся. Комнату мне надо собрать еще кое-что. Мне еще горшок один, кстати, колдовать надо. Карта Хогвартса. Секретные комнаты. Надо один горшок наколдовать, надо собрать кристаллы и горшок наколдовать. Я только не знаю, поскольку кристаллов я собирать буду. Вот действительно, камин есть кристальный, а сколько он собирает, я не знаю. Надо будет еще столы для горшков, там по 5 маленьких кого-то там. Кстати, вот эти штуки, они очень здорово помогают. Что я могу сказать? Даже эта капуста, которая вроде хрень-хренью, она, конечно, не нападает, так резво и ретиво. О, по 10. То, что надо. Так, и случайные зелья. Зелья невидимости, зелья невидимости. И подождите. Надо наколдовать еще один горшочек. Ой, твою мать, не то нажал. Зелье варенье. Давай, вот такой вот. Все, вари, горшочек вари. Лимит исчерпан. Маленький ботанический стенд для зельеварения. Нет, я вот хочу какой-нибудь, не знаю, буквой Т, в виде буквы Т. А, но он у меня не раскрыт, но это можно купить. Это уже проблемой не является. Так, давайте распределим магию. Магия. Так. Замораживающая, так. Притягивающая. Кстати, вот когда притягивающая, лучше... Так, это на дальнюю дистанцию. На дальнюю дистанцию мы можем... Мы можем на дальнюю дистанцию. Что мы можем на дальнюю дистанцию? На дальнюю дистанцию мы можем... обезоружить. Здесь. Хоп. Притянул этот, кстати, да, этот должны быть вместе стоять. Левиоса, так, невидимость. Тоже правильно стоят. Не все маги открыты. Но сейчас она мне не нужна. Давайте уж поменяем. Быть. Вот этот вот мне надо еще. Бум-бум. Конечно, мне и пока этого тоже будет хватать. Так, идем к следующей миссии. Что у нас? Не понимаю. Ну, близко буду. Сохраниться. Сохраниться надо. Сохраниться мы сделаем на последнюю колонку. Чтоб не было недоразумений. Типа вылетов, багов. А это, да, будет некрасиво. Это бывает такое, что программа не записывает, либо я решил какую-то новую фишку попробовать, камера отказала, либо... Да много либо. Всякое бывает. Так, для начала. Сохранение. Сохранить игру. Так, 17-15 на 14 сохраняем. А вот по заданиям можно посмотреть, что мне что дает. Выберите, так, урожайность водорослей. Вот я не собрал. Раздобудьте все 3 боевых растения, одновременно испытайте их в деле. Ну это, кстати, в легкую можно сделать. Ну, после задания я уж раз здесь.
Отсюда сразу надо не забыть телепортироваться только. Ревелио. Так. Значок есть, а где дверь? Ой, а мы эту дверь открывали, это точно помню. Кстати, кто не знает, как открывать дверь, напоминаю. Видите, это тоже уже поймал ключи тут. Как открывается дверь? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отсчитывайте. При этом в центре вот здесь вот стоит число, которое надо собрать. Тут, естественно, стоит число, допустим, 5, ну, допустим, единорожка. Это у нас 0, 1. 5 и 1 это 6. Сколько нам надо до хрена? До 15. До 15 нам надо 9. Вот это вот. Ревелио. А, ждать. Я думал, мы пришли. Давай. Снова здравствуйте. Я надеюсь увидеть вас снова. Смотритель город к вашим услугам. Господи, куда я? В первую очередь, позвольте принести извинения за то, что был немного не в себе. Одна встреча привела меня к полнейшее замешательство. Да ничего страшного. Прощаю. Впрочем, я слышал, что у вас время последнего визита в Хогвартс было куда больше приключений, чем у меня. Пожалуй, приключений вправду было достаточно, особенно нападений троллей было трудно ожидать. Безусловно, насколько я понимаю, жителям деревни очень повезло, что вы там оказались. Между прочим, после своего недавнего визита в Хогвартс я уже хотел вас увидеть. Мне нужна ваша помощь в одном деле. Заметили ту любопытную статуэтку? Наподобие, что происходит так, да, когда древний дневной свет падает на нее. Да это я помню, я еще тогда заметил. Но я не знаю, что с ними происходит. Я в кабинете даже видел такую штуку. Кстати, там я ее и приметил первый раз. А теперь, если вам не очень сложно, попробуйте убрать луну со статуи. Так, минутку, подождите. Итак. Убрать луну. Твою ж мать, а каким хреном я должен ее убирать? О! Заморозил и собрал. Похоже, статуя исчезает, если убрать луну. Слово это можно сделать только ночью. Пока оставьте ее себе, идемте, я расскажу вам о новой подробнее. С того какого дня в деревне эти странные статуи стали появляться по всему замку и по Гейсмуду, их тоже было разбросано немало. Кажется, кто-то пытается меня умучить. Понимаете, в тот день в Хогсмиде завернул я за угол, и тут бога. Ну или привидение, которое меняет свой вид. А Богат принимает форму того, что тебя больше всего пугает. Это принял форму Демимаски. Демимаска? Сдрожит. Да, жуткое создание, способное видеть будущее. От них мороз по коже. Я повстречался с одним в детстве еще в Корее. Страшные воспоминания. Кстати, я был в Южной Корее. Прекрасная страна. Это статуи Демимасок, а луны, я также полагаю, примитивный намек на мою фамилию. Какие-то негодяи использовали Богарта, чтобы узнать мои самые большие страхи. И использовали это против меня. Есть ли у меня подозрения насчет того, какой гад или гады это затеяли? Надеюсь, они совершили ошибку и раскроют себя, когда статуи исчезнут. Блин, ну ты мне дай хотя бы тогда намек, я их до хрена где видел. Именно поэтому мне нужна ваша помощь, чтобы убрать статуи. Почему именно моя? Честно говоря, на то есть пара причин. Во-первых, после мужественного боя с троллями в Хогсмиде вас считают бесстрашным человеком. Во-вторых, каким бы зловещим и жутким ни были Демаски, большинство людей сочтет мой страх беспочвенным. Но вы еще видели, как они на меня действуют. Я уже не знаю, что и придумать, просто не могу заставить себя подойти к ним. Мне известно, что две статуи стоят прямо здесь, в башне преподавателя, это я тоже знаю. Для начала, наверное, просто уберите их, чтобы я мог вернуться к своим обязанностям. Блин. I'd be glad to help you, Mr. Moon.
Oh, I knew I could count on you. Я знал, что могу рассчитывать на вас. Во-первых, вы уже умеете накладывать заклинание. Нужно это сделать, прежде чем бродить по башне ночью. Потом вы увидите, что дверь закрыта. Как же попасть внутрь? Скажите Аллахомора, и все. А как же отбой? Отбой? Вздор! Вы напоминаете мне меня самого в этом возрасте. Казалось, в школе мне все пути открыты. И я этим воспользовался. И все меня за это любили. Ах, вот были денечки. Понимаю тебя. Короче, одну статую вы найдете в ванной старосты, а еще одну в больничном крыле. Удачи и спасибо. Так. Понятно. Так, Аллахомора. Так, ладно, давай. Так. Аллахомора, это, кстати, перевертыш. Если я помню правильно. Отпирающие замки. Ну-ка, подожди. Аллахомора, ну-ка. Твою ж то мать. Нет, подожди, так. Так. Откройте так. Ага, вот он. А, тут что-то еще так надо. Подождите. Так, чтобы переместить искры во вращающихся дисках до тех пор, пока не активируется обе соответствующие шестеренки, которые открывают замок. Так, я что-то маленько не так понимаю. Хрен знает, что наделал, честно скажу. Так. Переместить красную искру. А что, надо в разные стороны переместить? Так. Не совсем понимаю, куда-то что-то я делал, это перемещалось. Вот так. Хрен знает, что здесь происходит, но ладно. Well done, Revelio. You're in. Remember, use a disillusionment charm, so no one claps eyes on you. This is a... Так, где-то здесь должен быть ключ. Так, может обнаружить. Шпионица предать. Ага, чтобы заманить, ничего не подозревать. А, понятно. Я сделал не так. Я напал на него, надо было заманить его куда-то, что-то там. Ладно. Узнаем еще разок. Попробовать еще раз.
Это за вас, мои зрители. Все правильно, после трудовой недели можно позволить себе немножко расслабиться. Метлы наиболее эффективны вблизи земли, но другой с метлами уверяет, что ему, возможно, удалось найти способ обойти это ограничение. Это в смысле как? Как это, в земле, что ли, лететь? Я и так могу найти текстуру, он не прогружается. Так что, давай. Мышь, змея, кто-то, кобра. Ревелио. Алоха, Мора. Так. Вроде бы не сложно. Ревелио. Так, дорогая моя Фибель. Дот справилась, как у тебя дела? Возможно, я сумею убедить ее заглянуть на кружечку сливочного пива. Если ты к нам присоединишься, уж очень давно мы не виделись. И если надумаешь нанести мне визит, может, захватишь с собой несколько растений поароматнее. Поароматнее. После того, как на нас напал тролль, посетители жалуются на запах. Веришь ли, старых носков? Я все перепробовал, но от него никак не избавиться. Надеюсь, скоро тебя увидеть. С растениями или без, твоя подруга. Ну, это хорошо, что вы дружите. Очень приятно. Друзья, это вообще здорово. Поэтому. Дружите. Ага, вот еще что-то. Я получил вашу сову, профессор Фиг. Прошу прощения за задержку. Мне до сих пор приходится много корреспонденции насчет введенного некоторого времени назад запрета на дави ловку в Квидверте. Понятно, так. Ваше мнение крайне важно для нас. Ревелио. Это какая-то история. Так, верните еще больше лун. Так. Чтобы изучить. А, так я еще и не все замки открываю. Постепенно буду, да, этот навык расширять. Так, ладно. Давайте сохранимся. Сохранить игру, сохранить. Так, 17, а сегодня какое у нас? Вот это у нас. Давай. Ревелио. Так, осталось. Так. При использовании вы можете обнаруживать вражеские способности, нахождение врагов. К тому же это позволит вести предварительную разведку и оставаться незамеченным. Да это-то я знаю. Домашние эльфы... Хогвартса прекрасно справляется с поддержанием чистоты в замке. Мало того, что можно стать врасплох, однако на медне рядом с одним из них взорвались волшебные хлопушки, спрятанные за диванной подушки. Грохот стоял страшный, бедного эльфа окутали клубы сизого дыма, а у тех, кто был поблизости, до самого вечера звенело в ушах. Я полагаю, что это проделка Пивза. Прошу вас, будьте осторожны и бдительны. Там привидение, смотрите. Так, где у меня? Ревелио. Где ты, падла? Да, блин, вообще не то.
Где? Я ключ слышу. Лети к чемодану. Ну давай. Нет. Нет. Блин, не на ту нажал, не на ту, блин. Три. Вот сейчас будет. На. Взял. Я взял. Давай я сохраню даже. Сохранить игру. Так, 17. Хорошо. Так. Ревелио. Ага, уровень надо поднять. Hello, Amora. Давай. Оп, открылось. Так. Дорогой Абхам, думаю, тебя порадует, что местные ребятишки повадились играть плюй камни на улице прямо под окном своего кабинета. Они такие славные. Я заметил, что у самой маленькой из них нет своих камней и одолжила ей один из твоих наборов. Уверена, ты не против. Надеюсь, дела... А, вот она, плюй камни-то. Хорошая. Да, зря на нее ругаться вообще. Одолжила свои плюй камни девочки, которая... Как сказать? Которую она даже и не знала. Так, давайте вот здесь посмотрим. Сейчас покажу, как открывать эти двери. Вот. Пауки 5. Паук это у нас. Так, подозрительная активность снизилась. Ладно, мы сюда потом придем. Давайте посмотрим хоть по карте, где мы сейчас находимся. Вот потом придем-то. Это где-то вот в этом корпусе, блин. Так, что у нас? 13. Паук, это что у нас? 8. Надо было 0 сделать. Блинский. Поймал, ладно. Это что, моя жадность, что ли? Ну давай. Откуда начну?
Откуда начну? Проблема? Блин, аж весь загорелся. Серьезно говорю сейчас, весь загорелся. Мне просто, как сказать, вот эта осложнившаяся задача, она наоборот еще только больше предъявила. Кстати, а что я мозги-то парил? Можно было там посчитать. Я же где-то там, куда шарился, взял у одного из кабинетов бумагу, где они расчерчены. Так что картинка у меня перед глазами должна быть. Так. Ревелио. Вообще не то. Так, настройка. Загрузить. Так, ручное сохранение 17. Вот. Так что не надо мне здесь. Ля-ля. Ну же. А, все равно. Как бы то ни было, перед миссией это все готовится. А я... Ну мы поняли. I have nothing more to... Все, теперь я знаю все. Ревелио. Так, сюда. Это мы знаем. Так, паук и 5-13. Паук это у нас 5-6-7-8-8. Да 5-13. Здесь должен быть 0-0. Это у нас такая козявка. Здесь у нас что? 14. 0-1-2-2. Да 3-5. Надо 9. А на девятке у нас вот такая охренеть сколько. Ревелио. Гидер там. Нет. Надо там, где много всякой вот такая вот хрень. Так. Давай сюда. Ревелио. Вот так вот легко и просто это вскрывается. Нужно только подсчет. Я, кстати, высчитывал. Пол вечера высчитывал. Думал. Как все? Это же все математически высчитывается. Так, жетон. Жетон у меня должен быть взят. Они, по-моему, да. Они не прикреплены. Давай, открывайся. О, что-то я не понимаю. Ревелио. Открылась.
Так, это мы уже писали, это мы уже видели. Плащ какой-то. Так, ладно. Надо побыстрее. Сюда. Ревелио. Блин. Историческая память. Эта статуя выглядит потрясным волшебником, который известен под именем Борис Бестолковый. Веками ставила в тупик студентов, он пришел или уходит. Он в начале своего путешествия или в приближении к дому. Возможно, мы никогда этого не узнаем. Так. This must be the prefect's bathroom. Давай. Есть. Вроде быстро нашарил. Алохамора. Давай. Вот так. Есть. Ревелио. Забрали русалочку. Так, в ванной комнате старости имеется ванна размером с бассейн, которую можно наполнить волшебным мылом и разноцветными пузырьками, а также красивая фреска с изображением русалки. Это да. В такой ванне бы и я мылся, которая напоминает бассейн. Взял бы себе много-много-много девушек и купался бы там. Я да они. Мы с собой. Так, ладно. Хорошо понемножку. Так. Надо отсюда выйти. Ревелио. И еще выше подняться. Вот. Это, кстати, уже хорошо. Собираем. Давай узнаем, про что здесь. Величественный фонтан с единорогом создает атмосферу безмятежности и спокойствия в больничном крыле Хогвартса. Больничное крыло — это очень здорово. В больнице это всегда хорошо. Плохо, когда в ней пациента. I
Ревелио. Bet a few galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? Not Ravenclaw? I know when I see a winning bet. And Ravenclaw... I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? What was what? I thought I heard something. Perhaps not. Anyway, Ravelio. I had high hopes for Hufflepuff. I was going to learn the Quidditch. Вот не сейчас это читать надо. Ой, не сейчас. Так. Вот эту штуку, кстати, тихо. Вот эту штуку, кстати, я так и не знаю, как к ней пробраться. Твою ж то мать-то. Ревелио. Опа, а я сюда. Неплохо, неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, не прогружено. Давай, разговаривай. Давай, разговаривай. Hello, Mr. Moon. Здравствуйте, мистер Мун. Вот луны, которые вы просили. Боже мой, на самом деле, так бесстрашно, как я думал. Отличное начало. Если собрать больше, возможно, получится узнать, что за всеми стоит. Но я не собираюсь этим заниматься, конечно. Конечно, в первую очередь, мое подозрение пало на Пирза. Он изводил предыдущего смотрителя, пока тому не пришлось раньше времени выйти на пенсию. Так. Я полон решимости разоблачить своего учителя. С вашей помощью, разумеется. С радостью помогу. Не забывайте, что луны можно достать лишь ночью, и посему я призываю вас использовать при необходимости дезинфекционное заклинание. Но это мы знаем. Это уж как получится. Благодарю вас. Итак. Давайте маленько сохранимся. Так. Интересно, теперь я могу туда просто подняться? Ревелио. Без задания. Да, смотрите, теперь без задания могу подняться. Ну, давай. Не все еще заклинания, надо прокачивать заклинания, оказывается. Ладно. Ревелио. Я слышал ключ. Сюда. Ревелио. Так, ладно. Mm-hmm.
Вот он. Акио. Ну давай. Надо пришлепнуть успеть. Ага, мимо, вот сейчас будет. Вот. На. Ревелио. Давай туда. Так. Алохамора. Так. Вот так. Открылась. А как я возьму? Забрал. Ладно. Ой, потом, если что, сюда придем. Ревелио. Вот как мне этот омут памяти вот попасть. Так. Ладно. Пока наверху у нас что? Это ерунда. Ревелио. Так, куда-то я спускаюсь. Левиосо. Incendio. Defender. Они не могут открыться. Подожди. Depulsor. Accio. Depulsor. Descendo. Так. Я не пойму, как они открываются, закрываются, конечно. Ревелио.
Revelio. Accium. Depulso. Accium. Так. Glacius. Не знаю, как она открывается. Ладно. Пойдем к следующим. Кто у нас? Задание. Смена конкурентов. Смена, так. Можно найти к югу. Так, ладно. Ну-ка, отпустите кота. Тихо. Отпусти сосиску. Видишь, кричит, помогите. Отпусти. Это вот мой болельщик. Пушистый. Хвостатый. Беги, беги, они тебя мучают, они тебя трогали. Спал, хвостатый. Нет, надо было разбудить его. I'd like to ask you about changing. Of course. Да не на то нажал, думал, ты капуста. Actually, ты мне не нужен. Нет. Так. Так, ладно, собрали. Далеко. Ну давайте сейчас отсюда будем двигать. Да. Комплект заклинаний. Как-то мощно. Бедный кот. Спать хочет, ему не дают спать. Seems a pleasant enough little place. Так. Revelio. А ну-ка. Давай-ка возьмем. Алоха, Мора. Вот так. Открыл. Revelio.
ограбил кого-то. Неплохо. Ладно. Давай. Поехали. Так, кстати, по пути мне надо куда-то завернуть. Так, отклонимся от курса и попробуем активировать один огонек. Давай. Да побыстрее. Опа. Вот тебе и текстуры. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Поэтому выйдем обычным способом. Телепорт. Телепорт туда, где я уже есть. Бред. Ну ничего страшного. Не забывайте использовать накопленные очки. Вот чего-чего, это мы не забываем. Давай, что ты мне скажешь? What is it? Что такое? Что случилось? Гоблины, вот что. Шайка Ренрока, скверная компания, устроили на меня засаду. Теперь нигде покоя нет. Понятно, надо, короче, их одолеть. Ходить только жалуются. I don't have any of that. Perhaps you could try in Hogsmeade or one of the hamlets. And get extorted by так, the Ashwinders? No, thank you. If you won't help me, I'll have to take my chances. Он надеется на удачу. Я тебя не понимаю, ты идиот. Ревелио. Да. Кунфринго. Defender. Так, надо менять вот эту штуку. Так, взрыва пока нет. Блин, ладно.
Пока оставим. Rebellion. Полетели. Так. Так, все, взяли. Ревелио. Ага. Вот мы и поднялись. Берем. Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. Давай, я готов к переговорам. If it isn't the fastest Ravenclaw. Что вы здесь забыли? Первоначально, давай. Не дай бог, это гонки нахрен. Это пипец. Мое самое нелюбимое. Звук на три. So, another trial. It's another trial. Не стартуешь так, разумеется, я надеюсь, что ты не стартуешь так. Придумал на мой счет. Говори, давай, колись. Does this mean you've changed your mind about me? Ну, если изменила свое мнение обо мне, ну ты шуточку лучше тех неумех, которые обычно ходят, пока они сидят и мечтают стать лучшими, я часами тренируюсь. Молодец. No one sets records мечты by не устанавливают рекорды, а мне and нужны сильные соперники, чтобы оставаться лучшей. И ты будешь пытаться побить мой рекорд или нет? I'm ready to fly. Ну ладно, полетели. A decent challenge. Наконец-то достойная конкуренция. Давай посмотрим. Опа. Так. Идем. Спокойно, трассу покинул, ничего я не покидал. Давай. Так. Блинский. Победил! Ха-ха-ха! Не то нажал?
Ёж твою мать, ты не то нажал. Как я ненавижу, блин, прошел кое-как нахрен. You've improved. Ого, ты учишься? Вынуждаешь признать, что это был отличный результат. Be careful. Но будь осторожен, если просто идешь талантом, некоторые могут заменить на тебя, заменить на тебя зуб. А что с тобой? Разве yes, такое бывало? Well, ну да, надо отдавать тебе anyway, должное. Летаешь ты не совсем ужасно. Вот только... На маршруте вдоль южного побережья такого везения не будет. We'll see, won't we? А давай проверим. Может, в следующий раз. Я почти ожидал, что ты пойдешь на попятный, предпочитая наслаждаться тем, что есть. Увидимся на гонке на южном побережье. Так, ладно. Давайте посмотрим, что у нас поблизости есть по карте. Давайте вот. Another successful вот сюда. I should let Mr. Weeks know. Опа, 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 опа. Handy resource indeed. Так. Это есть. Так, испытание Мерлина. Fascinating, truly fascinating. Давай. Ревелио. Так, еще где есть чёрт? Блин, вон там есть. Ревелио. Так. Ревелио. Так, это как забирается? Ладно. Вон они. Давай, залазь. Прошел. Ревелио. Вот я еще себе ячейку одну увеличил. И тут, кстати, еще одна пещера есть. I should investigate. Aloha, Mora. Открыл. Открыл. Ревелио. Еще здесь открыл.
Ревелио. Так, собрали. Великолепная брошь изображает какую-то волшебную птицу. Что это за вид, не ясно, но некоторые полагают, что она символизирует одну из птиц средневековой ирландской друидской клеорны. Пение ее питомцев усыпляло больных. Так. Ревелио. Что-то я не могу найти вход, конечно, этой башни. Давай поговорим. Ох, боюсь, надо использовать, значит, три растения. Простите, мне послышалось, если вы что-то сказали. Да, действительно, опять я говорю сама с собой. Мадам Квиллин, приятно познакомиться. Приятно познакомиться, мадам. Знаете, возможно, вам будет интересно, молодежь любит всякие загадки. Мой муж часто размышлял об одной этой статуэтке недалеко от нашей деревни. Все твердили какой-то старинной загадкой, связанной с вазами. Я наткнулся на нее сегодня, когда чувствовал прилив энергии. Давай, я люблю головоломки. Давай посмотрим, куда ты меня отправишь. Древняя головоломка, говорите, любопытно. Вот видите, так и знал, что вам будет интересно. Мой муж утверждал, что если разгадать эту загадку, откроется некое магическое испытание. Он был такой любознательный, пытался разгадать эту тайну. Может, вы взглянете? Давай посмотрим, что из этого выйдет. Только не трогаем уму, пока не получила. Да, кота мы его зовут Муму. Хорошенький. Ах, молодость, я очень надеюсь, что вам удастся разгадать эту загадку. Если не ради меня, то в память о Гриле. Что за мужика так зовут Гриль? Так, ну-ка, тихо. I should look into the statue Madam Twiddle mentioned. Так. Ревелио. Ну, сейчас уж давай остановимся. Hello, Homura. Давай, открывайся, замочек. Ревелио. Соберем. Всех их вместе соберем. Соберем. О, еще испытание. Да, испытаний там много. What do you have in store for me this time? Ревелио. Ага, чаши. Конфринго. Ревелио. Конфринго. Ревелио. Так, минутку. Вот она. Конфринго. Прошел. That's that. Все, давай. Ревелио. Вот еще одно местечко освободил себе. Кстати, надо посмотреть, что за одежку я взял. Давайте посмотрим. Может, у меня получше переодеться получается.
Так. Конечно, это. Так, лучшей маски у меня пока еще и не было. Характеристика 1. Так. Из плащей. Нет. Из шарфов. Не выявлено. Одежда нет, и одежда не выявлена. Ладно. Ну, маску я себе хорошую подобрал. Ревелио. Вот так. На метле, вертолете и марадуги. Так, давай сохраним и загрузим, чтобы у нас все прогрузилось, все хорошо. Все, так, тихо. Да. Посмотрим, что за загадка. Мне еще поворотник надо выучить, который разворачивает, поворачивает, переворачивает. Ну-ка, уроки. Ревелио. Так. Давай. Ревелио. Я думал, тебя разбил. Так, ладно. Ревелио. Сюда. Ревелио. Так, все кувшины разбиты. Статуя повернулась. Давай. That's it. I should tell Madam Twiddle about what happened. Что ты мне дашь? Я не знаю, что ты говоришь, тоже не понимаю. Это боевая чего-то там. Это испытание. Сейчас тут будут орды на меня нападать. Нет? Приготовьтесь, да готов я. Это не понял, это какой-то глюк, что ли, был? На! 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 Подожди.
Первая волна завершена. Давай, сколько вас? Нормально пока. Господи, капусты не осталось. Так. Yeah.
Их мать, они в этом. Да. Ну-ка, давай попробуем заново. Ну-ка, тихо. Делаю уроки. Felt that in London. Сколько всего тут? Завершено, ладно. А хрен там. Thank you.
Confringo. Defender. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Confringo. Defender. Expelliarmus. Expelliarmus. Potego. Confringo. Defender. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Expelliarmus. Defender. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Confringo. Glacius. Expelliarmus. Так. Confringo. Expelliarmus. Defender. Господи, ни хрена себе, это еще не вся волна. Охренеть. Это многоватенько. Какие испытания. Тихо. Вообще какая-то бойня получается. Confringo. Expelliarmus. Defender. Now I think the fight will seem to be all you want. Нахрен. Такое испытание. Вернуться в высокогорье. Это еще рано. Рано вообще это для меня еще. Эти испытания. Я подобное испытание нашел, там последняя волна, из последних волн последние гоблины меня загасили. Это в запретном лесу было дело. Да. Это печально.
Ага. А эти-то потрачены все. Ну ладно. Вернитесь кому-то там. Ладно, хорошо, вернемся. Сейчас расскажем ей. Но испытания мы не будем проходить. Урок идет в маске. What are you up to now? Давай, рассказывай. Бабка. Бабуля. Миссис Твиддл. Мисс Квиз, ваш муж был прав. Статуя действительно была частью головоломки. Правда? Невероятно. Да, мне пришлось разбить несколько крупных ваз, и это активировало какие-то чары, наложенные на статую. Браво, как бы я хотела, чтобы рядом был такой человек, обладающий жаждой знаний и живым умом. Размечталась. Что ж, мое любопытство удовлетворено, благодарю. Интересно, что мне удастся обнаружить во время следующего моциона. Все. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну а я пока буду в своей тайной комнате собирать припасы. Пока!